Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у моего мужа стенозооспермия, подвижность спермы снижена почти до нуля, все остальные показатели спермограммы в норме. Скажите, это лечится, можно забеременеть естественным путем или только ЭКО? Сложно как-то комментировать вот такие вопросы, потому что это по данным лишь одной спермограммы полностью снижены или насколько там практически полностью. Вот есть такая довольно редкое заболевание, да, вот, связанное вот с этой, собственно, с проблемой полного отсутствия подвижности сперматозоидов, да, это так называемый синдром неподвижных жгутиков. Да, это, ну, это редкое генетически обусловленное заболевание, и, собственно, я не знаю, не думаю, что у вас идет речь об этом, да, но вот если идет речь именно вот об этом заболевании, то да, конечно, то есть здесь нужно, здесь натуральным путем не получится, собственно, ничего. Но я думаю, что вряд ли это вот речь идет об этом в вашем случае, то есть надо смотреть, сколько, если у вас на, вот, сказать, вы сдали там 10 спермограмм, и у вас все 10, собственно, ну я условно говорю 10, ну хотя бы 2-3 вы сдали, и у вас везде подвижность по нулям, ну можно здесь вот об этом задуматься. Если как бы у вас одну спермограмму вы сдали, ну лучше тогда просто вот пересдать вот это исследование, то есть спермограмму пересдать.